Конвертационный центр с оборотом в 360 миллионов гривен ликвидировали в Днепре. Об этом сообщил первый зам главы государственной фискальной службы Сергей Билан на своей странице в Фейсбуке. По его словам, следствие установило, что дельцы предоставляли предприятиям из Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей незаконные услуги по обналичиванию денег. Во время обысков правоохранители изъяли 220 тысяч гривен и более трех десятков печатей, а также черную бухгалтерию. Кроме этого, на одном из складов обнаружили ящики с сигаретами на 8 миллионов гривен.